Ви зараз упомянули про парк Чекалова. На самом деле це не парк Чекалова, це парк Глоби, але це немає різниці, всім відомо, що це парк Глоби. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що парк Глоби зараз в занедбаному стані. Відомо ли вам, як представнику президентської партії, що на останньому конгресі регіональних влад ми домовились з президентом України, чию партію зараз ви представляєте в сесійній залі, і в рамках великого будівництва держава виділяє 1,5 мільярда гривень на те, щоб парк Глоби зробити з нього, ну, мабуть, перший парк в Україні. Відомо чи ні? Якщо вам це неізвісно, значить, відповідно, ви плохо представляєте президентську партію. Якщо ж вам це ізвісно, то ви сидите і займаєтесь маніпуляціями в сесійному залі. Я не буду зараз коментувати весь бред воспаленого розуму. Я хочу тільки вам просто дати один совет, порушуючи статтю 9 закону про підтримку державної мови. Смотрите, у Фрідріха Шиллера є дуже хороше вираження. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. И я просто хочу вам сказать, что в этом зале я пережил очень многих. Хозиных, Лыгиных, Староскольцевых и даже Суханов. Сейчас Суханов сидит, записывает в интернетах разные воззвания к послам и все остальное. Но только у него 2 или 3 лайка, он даже в ТикТок пошел. То есть к чему я вспоминаю про Суханова? Не как про персонажа, а как про собирательный образ депутата, который сидел всю каденцию, кривлялся, манипулировал, врал, придумывал глупости, бегал по сессионному залу и в результате остался ни с чем. Точно так же, как и все остальные, которые это делали. Поэтому не уподобляйтесь им. Мы все прекрасно знаем о том, что про теплоход, который не дает вам покоя. Ситуация очень простая. Это дорогое прогулочное судно, предназначенное для люкс-путешествий. Его подарили городу для того, чтобы там сделать кубрики, учебный класс. Естественно, его нужно переоборудовать. Не кататься там бизнесменам, а кататься детям. И для этого нужно сделать соответствующий, как говорят англичане, maintenance. Это понятная, простая история. Это видят все. Это видят люди, которые занимаются парусным спортом. Это видят родители. Это всем понятно. Это хороший, дорогой, правильный подарок. Сделайте такой же подарок, или пусть делают такой же подарок ваши бенефициары. Они по ночам с перепугу от ресторана «Рио» утягивают бонны, поставленные незаконно. Давайте не забывать, что мы живем в городе, где когда на победе чихают, на левобережном говорят «Будь здоров». В этом городе все все знают. Кто с кем, где, почем, кто в каких интересах, кто чем занимается. И когда мы говорим сегодня на сессии, где 400 вопросов повестки дня, и по этим вопросам повестки дня может быть куча замечаний, как, например, было у депутатов, и они сняли вопросы департамента активов, и когда говорят, власть ворует, но кроме того, что взяли в собственность пароход в подарок, особо обвинений нет. Поэтому я понимаю, что сейчас вы пребываете в ужасном, скажем так, бесконечном ужасе. Так определитесь, лучше может сразу ужасный конец. И мы сегодня понимаем прекрасно, что все, что происходит сейчас под областной прокуратурой, кто этим занимается, кто за этим стоит, кто эти так называемые общественники, все все знают. Прокуроры знают, полицейские знают, присутствующие в этом зале, пресса знает, горожане. Поэтому вы создали себе виртуальную картинку, в которую уже и поверили, понимаете? И от того, что вы сотрясаете тут воздух, я только смеюсь. Я уже в одном интервью даже говорил, я должен благодарить Господа Бога за то, что мне досталась такая позиция. Закончили. Голосуем.